Шалом, возлюбленные! Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Kau besertaku sekalipun badai topan datang menerpa ku tak gentar lagi katakan sekalipun sekalipun aku dalam lembah kelam ku tak takut sebab kau besertaku. Topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sini. Angkat tanganmu katakan, aku percaya berkat buat atasku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньохарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Каждый из нас, безусловно, сталкивается с какими-то проблемами, большими или мелкими. Но вот что я хочу вам сказать. Вне зависимости от того, с какой проблемой вы столкнулись, вы должны знать, что Иисус действительно очень сильно любит вас. Иисус умер за наши с вами грехи. Он был погребен, но в третий день Он воскрес из мертвых. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией, а возмездие за грех — смерть, вечная смерть и место в аду, болезни, немощь, страдания, нищета, преступления, зависимость от наркотиков, зависимость от порнографии, ЛГБТ. Все это является различными последствиями греха. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти человечество от греха. Библия говорит: «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, только в Нем». В имени Иисуса есть спасение для всего человечества. Иисус учил нас, как верующих людей, молиться за исцеление, за чудеса, за освобождение, за восстановление, за покаяние и за спасение людей. В молитве «Отче наш» Иисус учил нас молиться: «Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Когда мы молимся «Да придет Царствие Твое», это означает, что мы молимся о чуде, об исцелении, об освобождении, восстановлении, о покаянии и спасении, потому что все это является волей Божией. Библия говорит, что Иисус ходил по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царства. Он исцелял все немощи и болезни этих людей. Поэтому, когда проповедуется Евангелие Царства, все немощи и болезни исцеляются. Аллилуйя! Библия говорит, что когда мы прославляем Бога, Он пребывает среди нашего словословия. То есть Он находится на этом месте, чтобы производить для нас чудеса, исцеление, освобождение, восстановление. Kesembuhan bagiku, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Уже более 13 лет я езжу по самым разным городам и провожу служения пробуждения и исцеления.
На этих служениях я всегда возвещаю людям добрую весть. Мы вместе молимся, вместе прославляем Бога и поклоняемся Ему. К этому моменту я провел уже 316 таких служений. Я имею привилегию видеть чудеса, которые Иисус совершал 2000 лет назад. Когда мы вместе молимся, прославляем Бога и поклоняемся Ему, когда проповедуется Евангелие, происходят такие же чудеса, какие Иисус творил 2000 лет тому назад. Происходит исцеление, освобождение, восстановление и спасение. Иисус желает, чтобы мы исполнили до конца великое поручение. Мы должны идти и возвещать добрую весть и научить все народы. Изливается огонь Третьей Пятидесятницы, и мы обретаем силу, чтобы быть свидетелями Иисуса и выполнить поручение. Api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Однажды, когда входил Иисус в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас! Помилуй нас, Иисус, наставник!» В те времена люди, у которых была проказа, очень сильно страдали телесно и душевно. Они должны были одеваться в лохмотья и прикрывать лицо волосами. Они должны были прикрывать верхнюю губу и кричать с дальнего расстояния: «Нечистый! Нечистый!» Они были полностью изолированы от общества и должны были жить вне стана. У этих прокаженных не было надежды, потому что в то время никто не мог их исцелить. Все, что они могли, это возложить упование на Иисуса. Они знали, что только Он мог их исцелить. Увидев их, Иисус сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Что означают эти слова Иисуса? В то время прокаженные должны были пойти к священнику, и только он, проверив их, мог объявить их чистыми. То есть, когда Иисус произнес эти слова, это означало, что они должны были очиститься, но в тот момент они еще не очистились, однако они поверили и проявили послушание. Хотя они еще не понимали, что происходит. Они просто уповали на Иисуса. Они пошли, чтобы показаться священником. И когда они шли, то по дороге очистились от всякой проказы. Может, и среди вас есть те, кто чувствует себя подобно этим прокаженным. По человеческим меркам вам не на что больше надеяться. Все, что вам нужно, это прийти к Иисусу. А вы должны возложить свое упование только на Иисуса и верить Ему одному. И все, что Иисус скажет вам, верьте в это, будьте Ему послушны, даже если вы чего-то и не понимаете. Даже если вам это кажется чем-то нелогичным, просто будьте Ему послушны. Sujud kepadamu.
Я хочу молиться о вас. Поднимите ваши руки. Бог, ты видишь детей твоих. Может, у некоторых из них совсем нет надежды. Господь, я прошу тебя, дай им новую надежду. Может, кто-то из них болен. Боже, ты исцелишь их. Господь, я благодарю тебя за исцеление, которое они получают сейчас. Будьте исцелены и восстановлены. Dengan segenap hatimu nyatakan Roh Allah yang hidup penuhiku Roh Allah yang hidup pulihkanku Turunlah urapan ke atasku Membangkitkan kuasamu Roh Allah
Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа. Давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidup. Yolah, bagaimana kita sama-sama.